Перец сладкий Бонета. Сегодня 3 февраля. Посеяла перец в мокрый грунт сухими семенами. Может, рановатенько. Перцы долго растут. Сейчас засыплю сухим грунтом сверху и поставлю в теплое местечко до плюс 25 градусов, чтобы было не ниже. Тогда они быстро взойдут. Вот такой этот перец. В прошлом году этот перец я садила, так что этот перец зарекомендовал себя неплохо. Очень неприхотлив. Плоды мясистые, вкусные. Поэтому снова сажаю этот перец. Пока первый. Вот такая первая посадка 3 февраля. Перец Бонета.